как зовут? Михаил Сапко, это пиздец, товарищ. Ебать. Что, просто шагнуть надо, да? Да. И все? Лучше, конечно, оттолкнуться. А что, вот как лучше? Так лучше как... оттолкнуться, руки по сторонам, плашмя лететь. Да? Угу. Ты себя снимает он у тебя как-то. Всем привет, сука, и пока. Блять, это ебать вообще страшно, ты знаешь, да? Да, знаю. Я что-то много матерюсь. Ладно, это же безопасно. Ну да. Ну и что тогда волноваться? Пака Магене, это охуеть! Какая хуйня! Надо меньше стоять, надо быстрее. Надо меньше стоять, да. Это охуенно, ребятки! Вы видали, да, красавчик? Я просто охуенный ребятин. Я просто не знат. Ни в ебе, ни не охуенен. Это просто божественно. Эй, ты красавчик вообще. А как теперь в кусты не приземлиться? Вот это опасно. Я тут видел такую историю вообще. Ребятушки, тут вы не поверите. Тут мужик чуть себе, блядь, не поцарапал ладошку. Да? А что, не надо, что ли? Она снимает, надеюсь? Ёбаный в рот! Ой, все, пиздец, в кусты нахуй лечу. А нахуй в кусты я лечу. Сука! Ваши... Вот так, ништяк. Это я подпрыгнул сейчас, да? Опа. 100 килограмм-то не так просто поймать, да? Ебать, ребятишки, я вообще вас люблю. Все, включи.